DJM-250 – самый бюджетный микшер-пионер, обладающий профессиональными функциями, такими как два независимых фильтра, трехполосный эквалайзер и выход XLR. Он имеет качество профессиональных микшеров, но по более демократичной цене. У DJM-250 есть два независимых фильтра. Поверните направо, и останется только верх. Налево, и вы слышите только низ. Вы не забудете их включенными благодаря индикации. Красное для фильтра низких частот, зеленое для фильтра высоких частот. Имея независимые фильтры для каждого канала, вы можете идеально манипулировать частотами треков. Это единственный двухканальный микшер, где вы можете одновременно использовать два независимых фильтра. Это дает возможность отличного микширования. Но добавление функции — это одно, а качество звука — другое. Производство таких микшеров, как DJM-900, дало возможность установить такие же фильтры и в 250-й. Мы решили войти на рынок бюджетных микшеров с бескомпромиссной моделью, подходящей не только для дома, но и для небольших баров. This mixer is going to be perfect for small clubs and bars, as well as at home or out on the road. Рековое крепление поможет с легкостью закрепить 250-й в рековую стойку или кейс. С помощью XLR-коннекторов микшер можно подключить к профессиональным звуковым системам. Подключить к микшеру множество источников легко, ведь вы можете использовать три дополнительных входа, например, для iPod, CD-плеера или других устройств. Также есть и Crossfader Start для старта и возврата к намеченным точкам треков. Кривую кроссфейдера вы можете настроить. И, наконец, 24-битный процессор позволяет звучать микшеру так же хорошо, как и выглядеть.